фотосессия. Это что-то происходит. Галь, ты как бы снимаешь? Смотри, пожалуйста, в экранчик. Живот в себя, попу назад. Ладно. Еще попу назад. Вот. Дальше назад. Дальше я раздеваться не буду. Не буду. Будешь бросать эту штуку? Инна, я тебя умоляю, ты на скале. Привет! Интересно наблюдать еще за Галиной. Ну да, учитывая, что ты на горе кошка. Мяу! Все. Это были во весь рост, это портрет. А что с лицом делать? Я губы не могу накрасить уже. Сделай, что, мы тебе их подкрасим. А в фотошопе накрасим. В фотошопе потом накрасим тебе губы. А зачем ты одеваешься? Надо раздеться? Ну да. Раздеваюсь. Интересный момент. Да какой степени? Вот мы тоже, знаете, так... вот прохожих интересует, до какой степени, поскольку здесь несовершеннолетние дети. Здравствуйте. Еще. До свидания. И далее. Живот втянут? Да. 90-60-90? Да. Ну, дальше. Можно фотоаппарат, он же у меня все делает правильно. Можно стул. Он у тебя все делает? Да. Вот я фотоаппарат у Галины. Позлись, позлись. Вот. Это Семис. Гора кошка. Кошка Инна. Главный фотограф Чаос Галина. К сожалению, не видно ее лица, поскольку она все время смотрит в объектив. Но поверьте мне, красавица. Художница. Сейчас поймаю. Да ну и туда же. Ну что ж ты, блин. Коля, извини, ну еще. И губы делай поцелуй. Может быть, это кто-то воспримет как уроки мастерства. И на него так, что ты вот так. Рады поделиться. Инна, ты как будто накачала губы, что-то вот. Убирай руку. Галина, тут не знаешь, за кем наблюдать интереснее. Она как будто бы у тебя талия. Катя, лови. Я тебе предлагала. У меня талии не становится. Ой, ой, ой! Я думала, что там это, то все. То все. Ты можешь чуть-чуть боком вот так вот встать? Ой, сложно. Не совсем, а теперь... Учитывая, что это скала... Ноги... Нет, наоборот. Руководитель, главный руководитель. А эту куда-то... Ниже вот эту. Да, ну нет же, ну нет же. Ты ж повторяй учителя. Ну. Я с тобой не могу. Работать. Вам весело, да? Ой, мамочки, ой, я упала. Пожалуйста, верните меня. Вертикальное положение. Вот так. Все-таки здесь камни опасны. Я не разбилась. Красиво. Красиво, классно, весело. Живот подтяни, Инуся. Висит? Сейчас нет. Даже сбоку видно. Нет, сейчас не висит. Красиво. На руку, на ладонь, здесь на очень на хорошо руку, отдыхать. А вот. Все, здесь будет. Такие уютные домики, приветливые вот, хозяева. Да, то есть, но с каждым годом все больше и больше
Людей хочет отдыхать именно не в Ялте, а в Симеизе. Это живот не подтягивается, она перечисляет меню. Количество съеденного. Там уже от вчерашнего ничего. Послание к человечеству. Не кушайте много. Вот до чего довели видеоролики по кулинарии. А, вот до чего довели видеоролики. Чебуречки, чебурашки. А, понятно, понятно. Ну, я ж могу готовить, но не есть. Да. Хорошо, все. Кушать будем мало. Все. И на сегодня у тебя будет... Начиная с 12 часов ночи, разгрузочный день. Ночь. Нету. Ой, веселая. Чтоб все видели, что у меня нет живота. Говорят, что его может не быть. Что? Это не тебе. А, это Галечке фотографу, а я обольстилась. О, ну да, тут Фигана, все оды сейчас Галечки. Вот то плечо, вот то, то, вот так сюда, вот, стой, замри, вообще не двигайся, не дыши. Даже вот то плечо сюда ближе, сейчас. Вы понимаете, мы все на очереди ждем на фотосессию. Это предстоит пройти каждому. Вот я, во, все. И пузико. Живот в себя. Грудь вперед. Попу назад. Команды мне нравятся. Целуй воздушный. Можно, можно. Ну ты ж похудела, чувствуешь уже на килограмм? Сейчас, да, конечно. Вот. Средства для похудания. Я хотя бы в том месте вернусь в Днепропетровск, с которым сюда приехала. Кто хочет похудеть, добро пожаловать в Ялту на фотосессию Галина Чаус. Вдох-выдох. Расслабь лицо, мышцы лица, животик, расслабь. Сейчас, расслаблено вообще. Вот. Видите, как легко быть красивой. Очень легко.